Любимые, всем привет! Вы на канале с Аленой, вы на канале с клиническим психологом, и сегодня мы с вами говорим, как жить без страданий, как жить без стресса и без депрессии. Очень у многих, правда, есть эти вопросы. Как жить без страданий? Для того, чтобы у вас улучшились когнитивные способности, мысли, важно себе дать передышку во всем, в отношениях, в финансах, в стремлениях очень важно дать себе передышку. И это самый лучший способ научиться любить себя. Очень многие тревожатся о том, что я не успел, я не сделал, я не создал, я не понял. И не получилось. Где-то не получилось, что-то не пошло, что-то не дошло, и я в яме, глубокой, дикой яме. А я бы сказала, это круто, друзья, это круто. Пишите комментарии, те, кто чувствует это ощущение и действительно сталкивался. Как жить без стресса, тревоги, апатии? Для себя вы можете сделать определенные выводы. Есть люди, которые склонны к тому, чтобы обесценивать, к тому, чтобы реагировать на критику, к тому, чтобы жить за счет других, к тому, чтобы накапливать обиды и накапливать стресс. Те, кто этого не делает, они, как они живут? Они более счастливы, они меньше тревожатся, они больше интересуются, они больше действуют, и они выбирают каждый божий день что-то создавать. Каждый божий день что-то делать. Делать в каком направлении? В направлении к себе. Люди, которые более счастливы, они перестали отвергать то, что происходило в их жизни до этого. Они начали принимать то, что называется «я люблю свою жизнь». «Я люблю свою жизнь». Мне абсолютно индифферентно, кто с чем занят. И как же достичь такого состояния? Во-первых, отписаться от всех, кто не схож с вашими интересами и напрягает вас. Во-вторых, задать себе задачу, туда ли я живу, все ли я делаю, что мне нужно. В-третьих, обязательно спросить у себя, а что я могу еще сделать, чтобы ментально чувствовать себя спокойнее? Очень у многих есть проблемы внутренние, которые они не сознают. И эти проблемы начинаются там, где вы даже не думаете. Внутри. Если вы можете комфортно себя чувствовать, значит, у вас получается работать с мыслями, с оценочностью суждений и с состоянием, называющимся внутренний покой. Очень у многих есть состояние желания что-то делать, но они на самом деле не могут это делать, потому что происходит внутренняя боль. Внутренняя боль есть у многих, но не все они знают. И я рекомендую вам, если вы хотите избавиться от этой боли и жить без стресса, без тревоги, обязательно сделать вот какие вещи. Отписаться от всех блогеров, того, что вас раздражает. Второе. Заняться своим здоровьем чисто физическим. Без физики плохо работает психика. Третье. Прописать стратегии, которые будут вам интересны сейчас и в будущем. Четвертое. Начать заниматься тем, что вы прописали. Пятое. Обязательно разрешить себе быть не идеальным. Все те, кто разрешают себе быть такими, какие они есть, они выигрывают вдвойне. Они выигрывают вдвойне. Надеюсь, это понятно. Еще один момент. Встреча с собой. Что бы вы сказали себе через 5 лет? Там вы, то ли вы делаете, те ли события, те ли люди, что вы производите, сколько вы зарабатываете, как вы себя чувствуете, во что вы одеты, кто рядом с вами. Все это сделайте,
Можете писать под этим видео. Это круто будет, если вы напишете. И это вы сможете увидеть. Это некое разрешение себе на восстановление и сбережение себя внутреннего и сбережение своей психики. Надеюсь, это было вам полезным, и вы напишите о своих моментах.